Проверяли всех, кто присутствует на рынке. То есть поэтому это могли быть и прохожие. То есть там была комплексная проверка, они даже машины тонированные останавливали. Человек едет с нарушением правил дорожного движения, они останавливали и, значит, на него там что-то оформляли. Да, на самом деле там человек 10-15 увезли, но они когда увозили, сказали, что поедут в Октябрьское отделение для проверки, сделают дактилоскопирование и, в принципе, наши рыночные все пришли на работу обратно. То есть все там все нормально. Да, если...